Один из самых простых и вкусных способов приготовления цветной капусты – это запекание в духовке. Это вкусная закуска или основное блюдо. Расскажу, как приготовить цветную капусту в духовке с сыром. Можно приготовить большую форму, которой хватит на всех. Блюда подают теплым или холодным. Вкусно в обоих вариантах. Сыр можно использовать сливочный или более острый. Можно добавить любые специи и ароматные травы, например, орегано, базилик, смесь итальянских трав. Досмотришь видео, и я предложу записать список ингредиентов. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. А теперь ингредиенты. Цветная капуста, 1 штука, большой кочан. Сливочное масло, 2 столовые ложки. Мука пшеничная, 2 столовые ложки. Молоко, 1 стакан. Чеддер, 300 грамм. Перец молотый, по вкусу. Количество порций, 4. Если вам нравится мое видео и вы хотите отблагодарить меня, то ставьте палец вверх. Если нет, то палец вниз. Пусть вам сегодня повезет.